Меня зовут Степцов Афанасий. Тема моего проекта – «Ставная дочь Верхоянина» Евдокия Иннокентьевна Мосова. А теперь вкратце хочу рассказать о своем проекте. В каждом районе, городе, поселке есть люди, о которых хочется рассказать всем. Я хочу, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о людях, совершивших трудовые подвиги, внесших значительный вклад в установление государственности и народного хозяйства Якутской АССР. Таким человеком в нашем районе является Амосова Евдокия Иннокентьевна, заместитель председателя Верховного Совета АССР и член ОК КПСС на 23, 26, 27 областных конференции, депутат Верховного Совета СССР 6 областного созыва. Депутата Амосова Евдокия Иннокентьевна выступила со встречей на второй сессии Верховного Совета СССР с тружеником Севера «Заботы и внимание». Ее речь была напечатана в 1962 году, 19 декабря в газете «Полярная звезда». Цель моего проекта – это изучение жизни и деятельности человека, внесшего значительный вклад в развитие государственности и народного хозяйства Якутии. Гипотезой исследования является знание о современной истории малой родины и людей, поставивших ее, может качественно повысить уровень патриотизма у детей и у молодежи, положительно повлиять на формирование личности гражданина. Объект исследования – архивные и информационные материалы о жизни и деятельности Амосова Евдокии Иннокентьевны. Предмет исследования – трудовая, государственная и общественная деятельность Амосова Евдокии Иннокентьевны. Методом исследования является анализ источников информации, беседа с дочерью Евдокии Иннокентьевны Амосовой, беседа с респондентами, обработка полученных результатов. И в заключение хочу сказать, что Евдокия Иннокентьевна Амосова внесла весомый вклад в укрепление колхозов и совхозов, в развитии сельского хозяйства в северных районах, становление представительных органов на уровне районов и республики, она является одним из ярких и умелых государственных и общественных деятелей, внесших неоценимый вклад в развитие государственности нашей республики. Я думаю, что молодому поколению следует помнить о ставших делах каких-то знаменательных людей, так и людей, и не пенсионных, и брать с них пример в работе и общественных деятельностях.